Родители, ухаживающие за инвалидами с детства, будут получать повышенную выплату. Такой закон подписал президент страны Владимир Путин. Повышенная фиксированная выплата страховой пенсии по старости и по инвалидности устанавливается родителям, являющимся опекунами совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства. В случае, если дети не находятся на полном государственном обеспечении. Размер повышения фиксированной выплаты составляет 1/3 суммы фиксированной выплаты. Сегодня размер фиксированной выплаты 6044 рубля, значит, повышение фиксированной выплаты на 2014 рублей. Эта выплата устанавливается к пенсии, к страховой пенсии по старости. Сумма будет выплачиваться вместе с пенсией пенсионеру, являющимся родителем такого вот ребенка недееспособного.